Свой очередной день рождения отпраздновали члены районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов. В Центре социального обслуживания «Вера» для активистов организации устроили настоящий праздник. Их пришли поздравить представители администрации Ленинского района и подарили обществу сертификат на 30 тысяч рублей. Мы устраиваем очень много поездок, экскурсий, различных праздников. И нам материальная поддержка просто необходима. И этот сертификат пойдет на дальнейшее развитие нашей организации. Я думаю, что мы куда-нибудь отвезем наших членов организации. Помимо поздравлений, всем активистам вручили символические подарки. Спасибо. Успехов вам в нелегкой работе. У истоков организации стояла Раиса Шлыкова. Она начинала этот путь и посвятила ей всю жизнь. Нужен был человек, который это все вот объединит, найдет взаимодействие с администрацией, с предприятиями, с организациями, с учреждениями. И главное, чтобы ее понимали и здесь, и понимали те, кого она объединила. Это удалось. Маргарита Кошелева является членом общества с давних времен. Ее силами и с ее помощью организация создавалась и развивалась. Списанные шкафы, списанные дорожки. И мы это все грузили, привозили, да? Мион с древних древних. Наша верная помощница. Спасибо вам. Молодец. У организации большое количество друзей, и многие приехали поздравить их. Например, перед гостями выступила вокальная группа ансамбля «Вдохновение» Московской областной пожарно-спасательной службы, которую в народе называют «поющие пожарные». Завершающим аккордом праздника был небольшой банкет с музыкальным сопровождением, где участники организации пообщались и вместе пели песни. Для них накрыли столы с фруктами, шампанским и легкими закусками. Я очень довольна этим праздником. Вот. Не только я, все наши инвалиды города Видного. И благодарят все управление города, что нам дают возможность вот справить такой праздник. Скоро близится их юбилей, и участники очень хотят получить более просторное помещение, где они могли бы собираться всем коллективом. Алексей Митронин, Михаил Рештов, Елена Кошелева, Видное ТВ.